Вьетнамка знает украинский лучше украинцев. Ань Туань Фам выиграла языковую олимпиаду в Ровеньках Луганской области. Родители девочки украинским не владеют. Юная победительница добилась высокого результата своим трудом. С ней познакомился Игорь Крымов. В городе Ровеньки живет 90 тысяч человек. Две трети с них – украинцы, но только 20% общаются на украинском. Такие официальные данные национальной переписи. Ань Туань Фам родилась здесь, в семье эмигрантов из Вьетнама. Здесь же пошла в школу. В родине мы спілкуемся на нашей мове. А украинскую мову спілкуюся у школе. Я думаю, что до складного ничего нема. Я вчу из первого класса, тому я знаю ее досконально. В совершенстве это первое место на городской олимпиаде. Вьетнамка оказалась лучше полусотни украинцев. В ее школе все предметы преподают на украинском. Такая в городе одна. Сюда заявление о приеме родители девочки принесли случайно. На той час тато розмовляв російською мовою, а мама не могла спілкуватися навіть російською мовою. А я приймала ці заяви. И привела их бабуся, сусідка, яка знала украинскую мову. Одноклассники ФАМ похвастать знанием государственного языка не могут. Даже украинцы по национальности. Мне больше нравится русский. А почему? Мне удобнее на нем разговаривать. Я не знаю, мне нравится он больше, чем украинский. Что ребенку хватит и одного языка русского, уверена и Юлия Петренко. Ее сын скоро пойдет в первый класс. Все зависит, наверное, от того, как учить этот язык и лежит ли душа к нему. Ань Фам на достигнутой победе останавливаться не собирается. Теперь ее цель – завоевать золото и на Олимпиаде областной. Игорь Крымов, Виктор Белогорцев. Специально для телеканала «Донбасс». В Донецке открылась выставка.